Современный мини-элеватор емкостью 5000 тонн зерна запустили в районе имени Габита Мусрепова. Новая сушилка может пропускать до 22 тонн в час. Все оборудование компьютеризировано. Установили здесь и технику для очистки зерна. Ее производительность 50 тонн в час. По словам руководства элеватора, своя база переработки позволит сократить сроки уборки урожая и количество занятого транспорта, поскольку не придется возить зерно на далеко расположенные хлебоприемные предприятия.